Прокуратура Великого Новгорода провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в акционерном обществе ДЭКа. В результате предприятие получило административный штраф. Как сообщили в прокуратуре, в сентябре 2018 года заработная плата 9 работников организации составляла менее 10 тысяч рублей, что было существенно меньше величины прожиточного минимума, установленного на территории области. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. По материалам прокурорской проверки организация оштрафована на 35 тысяч рублей. Напомним, что в январе информацию о задержках зарплаты на ДЭКе проверяли сотрудники Следственного комитета, а затем к ситуации подключились и судебные приставы.